Всем привет! Сегодня делаю маску для лица по аюрведическому рецепту. Маска для омоложения кожи лица, для поддержания кожи в хорошем состоянии. Делается маска из самых доступных ингредиентов. Маску я делаю уже четвертый раз, она мне очень нравится. Можно ее делать 1-2 раза в неделю в течение месяца. Это курс маски, потом перерыв. Если почувствуете, что вам нравится эта масочка, можно дальше продолжить ее делать, ну, курсами. Либо разово сделать, посмотреть, как она вам подходит, нравится ли, по состоянию кожи почувствуете. Маски делаю всегда из натуральных продуктов. То, что у меня имеется. Состояние кожи на лице у меня хорошее. Чтобы там не писали некоторые люди, что там чего-то. Посмотрите, из каких ингредиентов маска состоит и решите, нужно вам делать или не нужно эту маску. Я уже масочку намешала. Сейчас я вставлю, как ее делаю, какие компоненты беру. Ну, потому что первый раз, когда делала эту масочку, я решила сначала попробовать на себе, понравится мне или нет. Если понравится, значит сниму. Мне она понравилась. Я несколько раз, повторюсь, уже ее сделала. Сейчас перед душем тоже сделаю. Это аюрведический рецепт маски для молодости кожи. Имеет сильный эффект омоложения, как утверждается. Ну и люди, которые делали, говорят, что очень хорошая масочка. Чайная ложка меда. Компоненты для этой маски менять нельзя. Только такие. Тогда будет эффект тот, который нужен. Масло топленое, пол чайной ложечки. Я что-то ложку загребла целую. Вот так, нормально. Пол чайной ложки касторового масла. И одну каплю йода. Если вы готовите чуть в большем количестве, йод добавлять не более 2 капель. Капля, смотри, какая капля, да? Вот так, все, хватит. Всю аптеку. Закроем, уберем, перемешиваем хорошо. Масочку наносить на лицо от 10 до 40 минут можно держать. Потом смыть теплой водой. Делать маску 1-2 раза в неделю можно. Можно проделать курсами в течение месяца. Потом сделать перерыв, чтобы не было привыкания к этой маске. А дальше продолжить по желанию. Но для одного раза достаточно. На нашу маску я села таким образом, потому что у меня кухонный стол занят. Сейчас нанесу маску и буду торт делать. Я уже все подготовила. Пока буду торт делать, и масочка как раз пропитает мою кожу на лице. После этой маски кожа на лице гладкая-гладкая становится. Отлично, кожа питается от этой маски. Потому что все ингредиенты замечательные. Как я уже говорила, можно и под глаза наносить эту масочку. Даже вот сюда я нанесу. На руки наносить не буду сегодня, потому что займусь приготовлением торта. А так я и на руки наношу и держу минут 30-40. 10 минут мне недостаточно. Мне надо всегда много и подольше. Вот так нанесу. А вообще я глубже наношу маски. Маска не течет, не капает, поэтому можно свободно заниматься делами, если они у вас есть. Вот сюда я на руки нанесу остаточки. А так ручки будут чистые. Сейчас их ополосну. Видите, у меня на тортик все готово. Сейчас только его соберу. И все. Торт у меня почти готов. Конечно, я его 40 минут не делаю, максимум минут 15. Но маску я буду держать 40 минут. Дела, конечно, найдутся. А можно просто сесть в кресло, подумать о хорошем, помедитировать. Вот так. Сейчас украшаем. Немножко еще подержу масочку и в душ. Рецепт торта не буду говорить, потому что на канале у меня много тортов. Это бисквитный, я чередую, либо шоколадный бисквит делаю, но это уже к слову, потому что многие могут написать, дайте рецептик. Белые бисквиты, крем шоколадный, белый на основе муки с молоком, либо манка. Все на канале есть, можете посмотреть, выбрать любой вариант. Торты получаются отличные, бюджетные, большие. И маска, и торт.
Видите, как? Польза отовсюду. Спящий красавец, видите, как укрывается? Лапки сложил, носик спрятал и укрылся. Торт приготовила, сейчас вынесу на балкон, там прохладненько у нас еще. Посуду перемыла, сейчас чаек заварю и пойду в душ. Знаете, немножко маска имеет запах йода. Хоть я одну капельку добавила йода, пахнет чуть-чуть. Даже для растений йод полезен, вы же знаете. А иногда, знаете, как проверить, достаточно у вас в организме йода или нет? Я вот рисую либо на предплечье, либо где-то на ноге сеточку. Если в течение часа, точно не помню, надо посмотреть, мне где-то записано, сеточка полностью исчезает, значит, у вас недостаточно в организме йода. Если в течение 6-8 часов держится сеточка, то, ну, как бы нормально. Если больше 24 часа, что ли, или 12 часов, блин, не буду обманывать, то вообще хорошо. Не нужно его в организм добавлять. Я делала себе не так давно, рисовала. У меня почти, знаете, сколько держится сеточка? На второй день даже видно рисунок. То есть в организме достаточно йода. Йод же где находится больше всего? В морепродуктах. Но я бы не сказала, что я так часто ем морепродукт. Морскую капусту иногда покупаю, когда захочется. Именно вот когда захочу, тогда покупаю морскую капусту. А так, чтобы специально ее покупать, пополнить организм йодом, этого не делаю. Ну, знаете, я питаюсь так, вот, что организм требует. Берешь и как бы насыщаешь. Иногда даже захочется вот копченой скумбрии, мне очень нравится. Возьмешь, рыбешку съешь, все, насытился и хорошо. Она же такая жирненькая. Медок так немножко скатался. Или масло ли это топленое? Так кажется, не, как бы это как крупиночки. Классно. Душ приняла, обсыхаю. В общем, такая масочка. Можете попробовать даже один раз, если дальше вам эффект понравится, курсом сделайте. Я буду продолжать делать курс. У меня еще курс не прошла. Мне она понравилась. Ощущение прекрасное для кожи лица. А еще я себе сделала крем. Пользуюсь этим кремом в течение месяца, но пользуюсь на ночь. Семена льна, рисовая водичка, гель алоэ вера и масло чайного дерева эфирное. Но там надо готовить. Не скажу, чтобы заморочено, но нужно готовить. И чем хорошо, этот крем хранится 2 месяца в холодильнике. Можно и утром пользоваться. Ну, в общем, я не буду рассказывать, чтобы дальше видео не затягивать. Если вам интересно, я могу отдельное видео снять и показать этот крем. Вам нужно, сделайте, не нужно, посмотрите и все. Ну, мне тоже он нравится. Всем желаю крепкого здоровья, мирного неба, благополучия в семьях, гармонии и внутреннего спокойствия. Пока.